В Петербурге вчера спустили на воду новый военный корабль. Со стапелей северные верфи крупнейшего судостроительного предприятия России сошел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Судов такого класса у России еще не было. Фрегат «Адмирал Горшков» – это суперсовременный боевой корабль с новейшими видами вооружения. Он практически не имеет ограничений по дальности плавания и может наносить удар как по береговой зоне, так и по кораблям противника. На северной верфи фрегат построили за рекордные 4 года. В российском флоте фрегатов такого класса нету вообще. Вот. А отличается системой автоматики. Он автоматизирован, оснащен электроникой очень много. Нам нужно защищать наши интересы в океанской зоне. Интересы наших рыбаков. Раз. Нам нужно защищать наши суда, гражданские, транспортные от известного терроризма. Раз. Пиратство. Два. Там и так далее. К настоящему времени на фрегате установили основное оборудование, в том числе турбинную установку и грибные винты. Теперь кораблю предстоит достройка, после чего его отправят на испытания. А уже в следующем году адмирал Горшков уйдет в свое первое боевое дежурство.